Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшнее воскресенье называется еще «Неделей о Закхее». С этого воскресного дня Святая Православная Церковь готовит всех своих верных чад к времени подвига Великого Поста, а потому напоминает слова Божественного Откровения: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». А что же написано в Евангелии? Святая Церковь за каждой божественной литургией читает Откровение, благую весть Господа нашего Иисуса Христа, и тем назидает всех своих верных чад на путь спасения по Слову Божию. Мы иногда смущаемся, иногда не находим время, иногда даже устраняемся от чтения Святого Писания. Иногда думаем, что если мы начнем его читать, то это же нужно менять всю свою жизнь. Но как изменить свою жизнь, когда все вокруг живут по-другому? Разве я не такой? Разве я не такая, как другие люди? Или я должен выделяться из общества, в котором я живу? И вот сегодня тот самый пример, когда не нужно думать о том, что будут думать о нас люди. Сегодня пример Закхея. Совсем о другом. Сегодняшнее Евангелие открывает нам удивительную историю, как Иисус Христос вместе со своими учениками проходил через древний город Иерихон. Что это за город? В то время земной жизни Иисуса Христа в этом городе преимущественно жили иудейские священники, первосвященники и мытари. Кто это? Сборщики налогов. То есть налоговые инспекторы. Среди них Закхей был начальником сборщиков налогов, причем был человеком богатым, зажиточным. Он имел имение больше, чем получали доходы даже те, которые жили в этом достаточно крупном по тем временам и богатом городе. Но, видимо, богатство его уже не удовлетворяло. Видимо, он уже искал какой-то другой жизни. Он искал какой-то другой смысл в своей жизни, ибо смысл жизни в богатстве не может быть. В наслаждении, в приобретении, в постоянной славе, заботе. Больше того, что всегда этот путь сопряжен с неким чувством презрения, особенно к Закхею. Он понимал, что он брал подати даже с вдов. Он брал подати даже с сирот. Это была его обязанность перед римским руководством, которое управляло Израилем. Он был одним из презреннейших людей, но он услышал, что идет через его город Иисус Христос. И он много слышал об этом нагремевшем повсюду имени. И он очень захотел с ним встретиться. Он так и подумал, что по дороге, по которой будет идти Иисус, будет очень много других людей, которые будут ненавидеть его, будут что-то говорить в его адрес. Но он на это все закрыл глаза. Он уже совершенно не думал о том, что подумают о нем люди. Он искал другого. Он хотел уже от этого окружения, в котором он жил, немножечко отойти и возвыситься. И это ему удалось. Подойдя и увидев столько много людей, а сам он был очень маленького роста, он решил взобраться на смоковницу, которая росла при дороге. И взобравшись на нее, он стал ждать, когда мимо по этой дороге пройдет Иисус Христос, чтобы хотя бы увидеть его. Кто он? Тот, который учит другому, тот, который открывает людям небо, тот, который отрывает людей от земли и несет им настоящую радость жизни и истинный смысл бытия на земле человека. И вот по этой дороге идет Иисус. Радостное, светлое лицо, добрая улыбка каждому, кто на него посмотрит. И вот сидящий на этой смоковнице Закхей. Очень интересно, а что же будет дальше? И вот эти два взгляда встречаются. Взгляд ищущего человека, который ищет чего-то другого, чем то, что его окружает. И Бога, который пришел взыскать и спасти погибшие. Эти два взгляда встречаются. Больше того, Христос говорит ему: «Закхей, слезь,
с дерева, ибо сегодня надлежит мне быть в твоем доме. Мог ли Закхей, этот презренный человек, услышать такие радостные слова? Он, конечно же, быстро слезает с дерева, бежит домой, готовит все необходимое, чтобы встретить желанного гостя, совершенно не думая, кто и как о нем что подумает. Мы, к сожалению, живя в этом мире, всегда озираемся на этот вопрос. А что скажут обо мне люди? А что они подумают? В чем я пойду? Во что оденусь? Какая мода? Я же должен соответствовать духу времени. Особенно этим страдает наша молодежь. Она поддается, что вот если так ты не будешь одеваться, то ты не будешь соответствовать этому окружению, которое стремится все дальше, придумывает все новые украшения, одежды, какие-то там внешние атрибуты. Да не за этим стремился Закхей. Он это уже и прошел, и понял, в этом нет никакой ни радости, ни смысла, ни удовлетворения человеческих потребностей. И он уже идет домой, готовит встречу со Христом, с желанным гостем. И Христос, как сказал, выполнил. Он действительно заходит в дом этого презренного человека. И все, как сказано сегодня в Евангелии, и все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Давайте зададим вопрос всем, всем людям, которые окружали Иисуса Христа. Это что, были люди-праведники? Это те, которые могли сказать, я не согрешил, а вот к этому грешнику он пришел? Все как один стали на Иисуса роптать, как он мог зайти к этому человеку презренному. А он не смотрит на лица. Христос смотрит на сердце человека. И если сердце Закхея стало искать Господа, то Господь отвечает на этот зов сердца своим присутствием и спасением этого человека. И Христос заходит. Что же с Закхеем? Как он себя ведет? Мы уже можем себе представить, с какой радостью он встречает Иисуса в своем доме. Больше того, его слова, которые он произносит в присутствии не только своего желанного гостя, но и те, кто вошел со Христом в этот дом, сколько могло вместить в его жилище. Он произносит слова: «Господи, все полимение моего я раздам нищим. И если кого когда-нибудь обидел, я воздам вчетверо». Присутствующие фарисеи и священники, и мытари прекрасно знали ветхозаветный закон. В книге «Чисел», в пятой книге Ветхого Завета, есть очень четкое определение, что за взятый либо в долг, либо возвращая сумму, которую человек присвоил себе, он должен вернуть не просто ту же сумму, но еще прибавить пятую часть. Закхей отдает 50% из того, что он брал. Все полимение я половину раздаю и воздаю вчетверо больше, чем когда что себе присвоил. И вот сегодня заканчивается это удивительное Евангелие, и Иисус сказал ему, эти удивительные слова должны услышать все мы. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Люди думали, что он просто грешник, просто ненавистный человек, а он тоже сын Авраама. И Христос усыновляет его Аврааму, а Авраам, мы с вами знаем, как его называли, отец верующих. И он, Закхей, становится сыном отца верующих. Причем нужно дополнить здесь, дорогие братья и сестры, что есть люди, которые считают себя сынами и дочерьми Авраама только по физическому, то есть по плотскому рождению, по национальному. Вот мы, дети Авраама, Христос опровергает, упраздняет этот национальный вопрос. И он говорит, тот, кто поступает так, как Закхей, к
кто ищет встречи с Богом, кто живет духовной жизнью, кто верует в истинного Бога, кто принимает Слово Божие, Христа принимает, тот, кто старается соблюсти Его Евангелие, покаявшись, веровать в Него, он тоже сын или дочь Авраама. И мы сегодня с вами можем сказать, что если мы веруем во Христа, пришедшего в этот мир спасти и взыскать погибших, как мы, грешников, и хотим спастись, и любим евангельское слово, и любим церковь, которую основал Христос, и участвуем в таинствах, которые церковь сохраняет до сегодняшнего дня, мы тоже можем себя считать детьми отца верующих Авраама по духу, а не по плоти. Потому что буква убивает, а дух животворит, говорится в Слове Господнем. Вот потому-то Христос и завершает слова ко всем собравшимся в доме Закхея удивительными словами: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Давайте же, дорогие братья и сестры, и мы с вами, по примеру Закхея, будем искать Господа Иисуса Христа всем своим сердцем. Будем стремиться туда, где о Нем говорят, где молятся Ему, где читают о Нем, где, общаясь, благоговеют пред Его святейшим именем. Не смотрите на всех, как Закхей. Он уже не думал, что скажут о нем люди. Он думал, что скажет ему Бог. Вот потому, когда и мы с вами приходим в храм Господень, мы тоже чувствуем, что Бог, незримо присутствующий здесь, говорит с нами. И мы выходим, получая некое вразумление после службы, после исповеди, после причастия, тем более после соединения в таинстве Евхаристии с самим Богом. Мы обновляемся, мы преображаемся. Мы чувствуем, что Христос не только посреди, но и в нас. Давайте мы с вами приготовим дом своего сердца. Вот если Христос увидит, что мы ждем Его, что мы распахнули двери своего сердца для Христа, Он обязательно в него войдет и скажет нам: «Ныне пришло спасение дому всему, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти душу каждого человека, кто захочет по-настоящему открыть ему сердце и последовать за ним. Аминь».